Что делать, если повысилось давление? Первое, друзья, не надо паниковать. Второе, если криз не осложненный, то есть нету сильной головной боли, тошноты, рвоты, головокружения, сердцебиения, боли в области сердца, то необходимо самостоятельно попытаться снизить давление. То есть вы берете, что у вас дома есть из таблеток от давления, например, каптоприл, капотен, эналоприл, лизинаприл, бирлиприл и так далее. Берете таблеточку под язык, рассасываете именно под язык. Далее, после того, как таблеточка рассосалась, через полчаса меряете давление и смотрите, есть эффект от терапии или нету. Если эффекта нету, прием препарата снова повторяем. Через полчаса, а уже прошел час, да, суммарно, проверяем снова давление. Если эффекта нету от принятых двух таблеток, то вызываем скорую помощь. Если криз осложненный, вызываем скорую помощь, потому что осложненные гипертонические кризы нужно купировать в присутствии медицинского работника.